Здравствуйте! Самые заметные события жизни Хабаровска в программе «Город сегодня». Рекорд установили участники аукциона за право арендовать в Хабаровске участок земли для строительства газоналивной станции. Цена муниципального лота во время торгов выросла с 1 миллиона до 25. Участок площадью чуть больше 9 километров на пересечении Малиновского и Панфиловцев хотели получить предприниматели из Новосибирска, Приморья и Хабаровска. Как сообщает пресс-служба мэрии, участок достался хабаровской группе компаний «5 звезд». По договору начать строительство заправочной станции для машин на газе победитель должен в течение ближайших 3 лет. В Хабаровской городской агломерации за 5 лет отремонтируют 400 километров улиц и дорог. Проект реконструкции дорог до 2024 года утвержден в Москве. Об этом сообщает Хабаровский край сегодня. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2 года помог отремонтировать 170 километров асфальта в Хабаровске и его окрестностях. На средства, выделенные в рамках проекта, в городе установили 28 комплексов фото- и видеофиксации нарушений, а на 50 перекрестках появилась система контроля за дорожным движением. Минимальную цену на живую новогоднюю елку назвали в мэрии Хабаровска. Торговля лесными елями и пихтами в городе откроется через 10 дней, 20 декабря. В эфире программы «Утро с губернией» представитель городской администрации Кирилл Соболенко сообщил, что предприниматели озвучили минимальную стоимость елки – 1500 рублей. Это на 500 рублей дороже, чем год назад. В мэрии рассчитывают, что ближе к празднику цены удастся снизить. Многоквартирный дом остался без отопления в Хабаровске. Это информация городской диспетчерской. Речь о доме в Локомотивном проезде 6. В подвале лопнула труба. Проблему обнаружили вечером в воскресенье. Управляющая компания сообщила, что нужно заменить участок розлива в доме. До полудня сегодня о завершении работ в диспетчерскую не докладывали. Надеемся, этой ночью жильцы мерзнуть не будут. Перебои с электричеством в городе сегодня не зафиксированы. Вода и холодная, и горячая подается тоже стабильно. Отключения были в индустриальном и железнодорожном районах, но не аварийные, а плановые. В 9:30 утра водоканал повернул вентиль и отключил подачу холодной воды в доме на Герцена и Краснореченской. Кроме жилых домов, в зону отключения попали школа и стоматологическая клиника. Терпеть временные неудобства им пришлось ради замены небольшой трубы. Похожие работы проходили в районе улицы Локомотивной. Уж лучше спокойно заменить старые участки, чем внезапно обнаружить аварию. Победители конкурса «Лучший двор, лучший подъезд» наградили сегодня в администрации города. Определить лучших было непросто. На денежное вознаграждение в этом году претендовало более 300 домов. С подробностями Ирина Забродина. Конкурс на лучший двор и лучший подъезд проводится в Хабаровске уже 17-й год подряд. Но в этот раз в нем было рекордное количество участников – 310, в прошлом году – 176. Причем сейчас лучших выбирало не только жюри, но еще и пользователи интернета. В соцсетях они ставили лайки. Участники, набравшие большее количество голосов, получали дополнительные баллы. Еще одно из нововведений этого года – дополнительные номинации. Совсем новые номинации – это у нас «Лучшая клумба» либо «Цветник» около многоквартирного дома, во дворе многоквартирного дома. И номинации «Дом образцового содержания», «Лучший дом» и «Дом высокой гражданской ответственности». Конкуренция во всех номинациях была жесткой. Без лишних споров определили победителя только в «Лучшая клумба». Все члены жюри решили присудить победу переулку Инскому, 13. Их цветы оказались вне конкуренции. Жители дома по улице Шатова, 4, заняли первое место в номинации «Лучший двор», благоустроенный жителями многоквартирного дома. А лучшим подъездом, который отремонтировали сами жители, признали подъезд номер 2 по улице Трехгорной, 50. Гордость за свой дом, за своих людей, кто проживает, собственники. У меня такие инициативные девчонки, прям это умницы, талантливые, разрисовали все подъезды, где голуби летают, где, значит, фонарь и кот лежит. В общем, там все со вкусом сделано, все в одном тоне. Заходишь, сразу настроение такое поднимается. В
номинации «Лучший подъезд» было особенно тяжело определить победителя. Все участники превратили лестничные марши буквально в арт-галереи. При этом не забыли о главном требовании – техническом оснащении с использованием новых материалов и технологий. Денежные призы получили все победители. Приз за первые места – 30 тысяч рублей. Ирина Забродина, Станислав Михайлов, телекомпания «Губерния». Бродячая собака защитила ворота во время футбольного матча в Аргентине. Внезапно выбежала на поле и отбила мяч. Правда, команда все равно проиграла. У бездомных собак в Хабаровске жизнь зимой не такая веселая. Пережить ее животным помогают приюты. Волонтеры приютов подбирают на улицах собак и кошек. Самый известный в городе приют содержит зоозащита ДВМ. Но есть и другие, например, Добрый дом. На его попечении сейчас находится более 50 бездомных животных. Почти все эти животные являются в разной степени инвалидами. На тяжелобольных собак рассчитан также приют «Милосердие». Волонтеры собак и кошек лечат, приводят в порядок и ищут им новых хозяев. Содержание одного животного в месяц обходится примерно в 3-4 тысячи рублей. Это без учета лекарств и услуг ветеринара. Все приюты города частные, своих доходов не имеют, поэтому рады любой помощи горожан. Поддержать их можно деньгами, у всех частных приютов есть банковские счета. Даже 100 рублей в радость. Десятки собак и кошек нужно постоянно кормить и содержать в чистоте. Кроме денег, приюты рады принять и натуральную помощь. Это может быть корм или наполнитель для кошек. 16-килограммовый мешок сухого корма для собак обойдется вам примерно в 1000 рублей. Зато окупится он спасенной жизнью. Президент Федерации Сютокан каратэ-до России приехал в Хабаровск, чтобы провести семинар для последователей этого боевого искусства. Сенсей родом из Японии и обладает 8-м даном в этом стиле. На тренировке побывала наша съемочная группа. Ему 77 лет, и сютокан каратэ-до он занимается с детства. У сенсея Такинори Танаки 8-й дан по этому виду боевого искусства. В Россию он впервые приехал около 30 лет назад и со временем стал президентом федерации. Сегодня у него уже 166-й по счету визит в нашу страну. Навещать своих учеников ему приходится в свободное от бизнеса время. Помню, когда я приехал впервые в Россию в 92-м году, карате преподавали на основе фильмов про Брюса Ли и Джеки Чана. Пришлось налаживать традиционную систему. Сютокан – одно из основных направлений карате. Этот стиль основал Гитин Фунакоси в 1868 году. Название сютокан произошло от литературного псевдонима мастера. В переводе с японского означает «дом колышущихся сосен». Основной упор здесь делается на отработку техники. Поединки проводятся без нанесения ударов по сопернику. Человек, если он не способен к жестким боям, его туда просто не пускают. И поэтому у нас как бы основной вид соревнований – он ограниченный контакт, чтобы не было травм. Техника, тактика и функциональность – три кита, на которых стоит сютокан каратэ-до. Этим единоборством занимаются во всем мире. Те же самые другие стили требуют больших затрат. Ну, это шлем, ракушка, а сютокан, он как бы здесь в основном ничего такого не надо. То бишь кимоно, пояс, перчатки. После тренировок в Хабаровске мастер навестит своих последователей и в других городах России. Данил Маевский, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния». Это город сегодня, а в это время 95 лет назад в Хабаровске открылась дальневосточная контора Госбанка СССР. С 1923 года начался отсчет истории советской банковской системы в крае. После революции Дальний Восток развивался фактически отдельно от европейской части страны. Связь региона с соседними государствами и специфика развития привели к тому, что денежное обращение стало заметно отличаться от того, что существовало в остальной части государства. Систему нужно было унифицировать. В Хабаровске было решено открыть отделение Госбанка. За несколько месяцев до этого утвердили капитал – 15 тысяч червонцев и 100 тысяч рублей серебром. Заработала контора Госбанка в здании бывшего казначейства на улице Шевченко. По этому поводу состоялось торжественное мероприятие, на которое пригласили всю общественность города. Уже на следующий день отделение стало проводить финансовые операции. Учреждение было призвано популяризировать и внедрять червонец, кредитовать население, а также контролировать оборот средств и налаживать правильное денежное обращение в Хабаровске. Это уже история. Что готовит нам будущее Хабаровска, посмотрим в афише культурных событий.
Курс обучения прорицанию по картам Таро проводит астролог, хиромант и таролог. Курс начался на прошлой неделе, 11 декабря, последний день, но организаторы готовы принять и на одно занятие. Оно посвящено практике работы с картами. Курс рассчитан на аудиторию с минимальными навыками в гадании на Таро. Видеть в карточках с картинками будущее – дело не такое уж простое, но любопытное. Правда, научиться обращаться с Таро – удовольствие недешевое. Одно занятие стоит 1500 рублей. «Буря тумана», кому грозит и чем? Комедию по известной пьесе Грибоедова покажет театр драмы. 11 декабря показ пройдет для школьников и студентов, но взрослых, думаю, тоже из зала не прогонят. Пьеса «Буря тумана», как и предсказывал Пушкин в 19 веке, разобрана на цитаты. Освежить их в своей голове и блистать в разговоре с друзьями помогут артисты театра. Режиссером-постановщиком спектакля стал заслуженный артист России, москвич Никита Ширяев. Кинотеатр «Голливуд» продолжает радовать хорошими спектаклями с большого экрана. Оскар Уайльд и его блистательная остроумная пьеса «Как важно быть серьезным». В оригинальной версии произведение построено на игре слов, но даже после перевода на русский оно остается шедевром комедии «Положение». Постановку одной из самых смешных пьес создала театральная компания «Classic Spring» на сцене Лондонского театра «Водевиль». Это была программа «Город сегодня» о жизни краевой столицы в событиях, людях, цифрах. Информационная служба телеканала продолжает свою работу. Увидимся в городе. Счастливо!